Святая часовня. Здесь раньше хранился терновый венец. Построилась она очень быстро, но 5 лет ее украшали. Сделана вот эта вот из свинца, и стоит 240 Очень неприятно там находиться, и это для народа, а верхний этаж – это для короля и для его семьи, королевская церковь. И когда вы заходите на второй этаж, ваш шок, у вас создается впечатление, что вы попали как будто в аквариум, наполненный синей водой, но вы можете дышать. Почему? Потому что вы будете сейчас на Татаме, вы увидите, что он темный. Это ранняя готика, а эта церковь – самая первая в мире пламенеющая готика. А именно, я специально с вами… Пламенеющая готика. Насколько тонкие стены и большие витражи, которые дают большое прохождение солнечного витража. Она купается в свете, но она купается в свете. Из-за витражей и вам окружают, они обозначают природу Христа, такую человеческую и божественную, да? Это природа Христа.